всем, друзья! Хотел поблагодарить вас за то, что смотрите видео, ставите лайки и, конечно же, оставляйте комментарии. Тем более, что некоторые комментарии очень полезны. И в целом мне вообще это очень приятно. Ну, а мы сегодня продолжим делать нашу открытую террасу. Но прежде чем приступить к работе, у нас, конечно же, покупочки. Так, ну и пока мы не начали, поставьте на паузу и попробуйте угадать, какая следующая покупка будет у нас. Итак, сегодня очередная покупка. Это такой вот электрический триммер Кусторез Карвер TR1500S. Честно говоря, ничего я о нем не знаю. Выбирали мы по принципу того, чтобы у него была железная насадка, железный нож, чтобы срезать более такую какую-то толстую траву и мелкие кусты, а не только леска в катушке. И, ну, чтобы был относительно не тяжелый, чтобы могли пользоваться и дети, и женщины. Пришел он на замену вот этой игрушки из Мерлена. Это я покупал как-то давным-давно, и неправда, самый дешевый электрический триммер в Мерлене был. Вышел он совсем из строя, то есть здесь вот не сама катушка, даже зажим, который ее держит. То есть с одной стороны вот здесь осталось у нас еще, получается, как стоя, заглушка на кольце, на отверстии, чтобы леска из нее выходила и не разбивалась. С этой стороны она, соответственно, выпала, тут все разбилось. Ну и вообще, в общем, косит он так себе, честно говоря, только очень мелкую траву. Чуть что-то крупнее, и все, он просто не справляется. Леска, которая по стандарту там идет какая-то самая тонкая, она просто рвется, а более крупная, ну вот она, соответственно, все там поломала. Поэтому на замену этой игрушки был куплен, соответственно, более серьезный аппарат. Рассчитан он на более такие сложные работы, и у нас тут очень много травы, все поросло. И пробовали мы этим триммером косить, и никто, кроме меня, не может там леску эту заправить, а она постоянно то ли то рвется, то наоборот вся разматывается, в общем, все там коряво. Поэтому, если хочешь дать кому-то партзадание там покосить траву, в итоге приходится что-то бегать постоянно, делать это, восстанавливать этот триммер. Поэтому вот сейчас новым всю эту траву поросшую будем косить. И сейчас небольшой обзорчик на этот триммер сделаем. Так, переместимся на крышу Бониной конуры и начнем все это дело распаковывать. В комплекте у нас получается сам основной элемент, мотор на 1200 ватт. Удлинительная штанга, так, дополнительная ручка для держания. Здесь у нас лежит тот самый четырехлопастной стальной диск, нож для мелких кустов и густой травы. Ключ для сборки, катушка с леской, такая тут хорошая леска, 2,5-3, наверное, миллиметра. Ну и защитный кожух, такой вот из двух частей получается он состоящий. Все это вот так вот соберется у нас. И ремень, чтобы вешать все это дело на плечо. Там инструкция, гарантийный талон, чек и инструкция по эксплуатации и сборке. Сейчас соберем и начнем косить траву. Так, ну, сборка тут достаточно простая, штанга, соответственно, вставляется. Здесь есть ответка, ой, или как ее правильно назвать, ну, в общем, фиксатор, а тут, соответственно, ответка, отверстие. И получается, мы ее вставляем. Все, таким образом она у нас зафиксировалась здесь. И просто уже до конца штангу зажимаем, чтобы она у нас никуда не делась дальше.
Здесь у нас вот эта вся штука крутится. Вот есть специальный блокирующий штырь. Вставляем. Откручиваем гайку. Так, откручивается она в противоположном направлении, то есть по часовой стрелке. Убираем. Далее убираем все вот эти насадки и вставляем уже сам кожух. И устанавливаем катушку. Ищем опять же отверстие для блокировки, чтобы затянуть ее получше. Вставляем штырь, затягиваем катушку. Все, нам остается установить вот этот кожух. Соответственно, сюда. И все будет готово. Так, ну что, друзья, вот так вот он в собранном виде получается выглядит. Здесь ремень, соответственно, на плечо. Можно его таким образом одеть, чтобы не держать на руках, он будет благополучно висеть. Ну, вес сколько там, 5,6 килограмм, по-моему, заверял производитель. Ну, примерно где-то так и весит, наверное, я думаю, он, да? Сейчас пока поставил катушку, потому что будет ребенок работать с ним, чтобы металлическим ножом случайно не повредил ни себя, ни кого-то еще. Пока никаких отзывов по нему сказать не могу, потому что мы ничего о нем не знаем. Я думаю, что через месяцок можно будет что-то об этом рассказать. Если вам интересно, пишите, пожалуйста, комментарии, сделаем обзор и отзыв там о этом продукте, насколько он хороший или плох, какие у него плюсы, минусы и так далее. В общем, на этом все. Приступаем к работе. Так, ну что, друзья, съездил я до строительного рынка, купил 4 доски, 40 на 150, по 300 рублей получилась доска дисков шлифовальных на 80 зернистости на 120, 4 опоры бруса, 40 на 76 на 110, они у нас, получается, будут крепиться к дому, желтых саморезов и 150-х гвоздей. Сейчас подготавливаю, соответственно, стропила, запиливаю их как надо под балку опорную, устанавливаю, соответственно, опоры на брус, все шлифуем и ставим на место. Так, запилил все стропила под балку. Ну и там угол сразу выпилил, чтобы красиво смотрелось. Сейчас шлифуем, красим и устанавливаем. We'll be right back.
Ну вот, друзья, я закончил. Такая простенькая получилась у нас терраса. По сути, ничего сложного нет. В дальнейшем, возможно, сделаем пол, пока вот оставили так без пола. Может быть, положим вот эту плитку, может быть, сделаю деревянный настил. Ну и, скорее всего, поменяем крышу, потому что старый этот зеленый поликарбонат, местами где-то он потрескавшийся, местами с дырками, поэтому не факт, что он будет нас хорошо защищать от дождя, но частично он пока сейчас свою функцию будет выполнять и от солнца, и от дождя будет более или менее защищать. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и понравилось. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайки, оставляйте обязательно ваши комментарии. Не забудьте написать ваше мнение по поводу нашей следующей покупки. Всем вам огромной удачи и пока!